Коршун крутится давно что-то. Гнездо идем где-то. Рядышком. Коршун сидит. С этого дерева как раз этот коршун или ястреб, наверное, изучает окружающее. Вот мы так спустились с зимы. Не боится так, а вот полетел. Застеснялся. Коршун все-таки, судя по тому, как хорошо парит. Ну, тут решил посидеть. Зима на фоне солнца. Там солнышко у нас. Здесь у нас зима с палочкой. Ну, рыбак подплывает. Сима периодически смотрит. Ей тоже интересно, что это там люди делают на лодке. Пошла встречать. Лес-то и загадочный.